Здравствуйте. Небольшой такой видеоролик по жилому комплексу «Центральный». Вот сейчас нахожусь на территории. Вот здесь будет такая большая дворовая территория. Ну, во-первых, кто купил здесь квартиры, а кто думает, смотрите, 6-й и 7-й подъезды. Вот 7-й точно целиком полностью утеплен, покрашен. 6-й, ну, больше половины утеплен, покрашен. Так что, кто купил здесь квартиру, смотрите, у вас уже, в принципе, практически все готово. Остальные достраиваются, этажность растет. Но, в принципе, хотел вам показать не это. Хотел вам показать, вот подсказали мне подписчики, что вот тут поставили такую вот детскую площадку. Ну, начинают такую всякие завозить потихонечку, строить детские площадки. Вот завезли такой классный самолет. Смотрите. То есть детишки здесь будут лазить внутри, спускаться, и качели. На мой взгляд, очень-очень круто. Вот у каждого застройщика своя фишка. Знаете, да, северная компания, там корабли в северном Олимпийском городке. Здесь на метропарке у них корабль. А тут такой классный, как называется, турбовинтовой самолет. Я считаю, что очень круто. Вот у меня у самого ребенок маленький. Он тут с удовольствием полазил. Я думаю, детишки жилого комплекса «Центральный» тоже с удовольствием проведут тут немало времени. О, сейчас обойду. Это вот он находится вот здесь вот рядом. Офис продаж жилого комплекса «Центральный». За ним торговый центр «Премьер». Там стоянка огромная. Я к тому, что все время спрашивают люди там иной раз, а хватит ли нам стоянки для того, чтобы свои автомобили расположить. Ну вот я так думаю, что у жилого комплекса «Центральный», у автовладельцев, если вдруг тут так вот не будет хватать места на большой дворовой территории, чтобы поставить машины, то рядом огромная площадь, парковочная зона жилого комплекса «Премьер». Так что с парковками здесь место точно будет всем. Ну, а вот такой классный корабль. Мне вот самому прям даже очень нравится. Нужны будут консультации по квартирам в «Центральном». Хотите прийти посмотреть квартиры сами, звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. До свидания. Всего вам доброго.